Так Ваня же в этом, в рейде, чисто. Сейчас посмотрю. Может кому-то другим там зайти, не все равно кем. Ну ладно, будет. Этим как его пристал. Хули пристал. Типичный Dark Star разбит. Там если кто-то хочет пойти пятым киллом, так я могу миликом пойти, если шо. Он всегда так говорит. Шо? Я сейчас скажет, могу на это место? Не понимаю, что это. Да, нет, ну это точно. Если что-то могу уступить. Так, Хэрол Грей тут. Жанси. Чё? Сумон принимай. Я сейчас приму. Я камни шмот вставляю просто. Кристена, Крелия, экстримка. Кулак. На другом персе Йова есть, но что-то есть Йова. Баффити рейд. Пошли бить трэш. Луки раздаю всем. Дай ксимка. Я могу и свет потанчить. Да там уже танчит человек. Это было? Какой-то там бараны кричат, что это было? Горн. Горн. Ремонт он делает просто. Быть бедные соседи, 9 часов вечера, пятница. Я тихонько. Да, перфоратором. Часа ночи. Он по чуть-чуть. А, специально по чуть-чуть, да? Там видео смотрел недавно эти тупые работники, которые строители, когда им перфоратором в руки дают, они, короче, перфоратором бить начинают. Кто видел эти видео? Нет. Нет, ну посмотрите, сейчас кину, найду ссылку. Это Дима Баран.
Он врага скинул 2.25. 2 минуты 25 секунд. Там, конечно, жесткий дебил. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Привет, парни. Есть еще слот какой-то? Да, там потом 5-й РС будет, зайдешь, будем себе брать. Сейчас флорит. Понял, хорошо, ребят. Смешно, да? Да. Самых трое, вот этот дебил с перфоратором еще стенку. Где-то в Польше, по-моему, он делал тоже так полстенки отхерачил. Потом его включили. Он его даже включил в розетку, это вчера. Что-что? Он бы даже, блядь, в розетку его включил. Ладно, перфораторы. А чё они пинают, блядь, вначале? Кого? Чё-то вначале я включил. Ебать. Тип просто логу сломал. Дайте кулак по друидам. По локам дайте каску. Пистоба в лапу. Кулак, кто дает? Да есть пистоба. Кулака не будет пока. Такие дураки. Откуда такие люди берутся? Там жесткие дураки, да? Там что-то был придурок, как это... Что перекрытие под собой раздолбал междуэтажную. Она, конечно же, упала. Я смотрю пока сколько тут. Минута 20. Значит, полтора, я буду снова танчить или тот ДК. Ты ядро такое, блядь. Что ж такое? Что ж такое? Лол, блядь. Это называется дрель без дня, не слава Афинская. Вон, блядь, месяц. Ну вот, да. Гена замешал клей. Давайте так, теоретики босса, Ротран, блядь, первую копию, блин, ТВ. А дайте кулак по ДК. Стримка, да, и кулак. Ты же писал, что ты каску, это, кулак бафаешь, как стримка. Не-не, у меня макрос, я потом сразу поправил. У меня макрос стоит. Молодец. Блядь, я сейчас раздам. Раздам кулаки, значит. Раздавай заново каски. Потому что я их всех сбил. Каску повыжу. Тут свой есть? Мы сразу убиваем. Просто баф не вешает. Там Лем. Лем баф вешает.
задание. Не сейчас. Сакра. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Славик, с пола кинуть, не прожимайся. Черные драконы появились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка руки. Атакой руководил кровожадный Зарилья. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои. Делать ничего, мистик нет. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Кто? Тактика. Азарак. Мы Квиэль хилим свет. Во тьме все остальные с пятой пати хилы. Четвертой пати остается добивать големов. Кортес, зайдешь во тьму. На третьей фазе сразу кинешь на Квиэль СС. Лера по команде СС кидаешь. Серетип танчит тьму. Рутрамблер свет. Ну, диспелит варенька. Первая фаза свет, хилый диспелит. Ставим шкаф. Да, хант в свету. Потому что он напуливает трэш на протопала. Трэша во тьме нету. Понял. Пишем РК на какой спек крови. За глупые вайпы будет глупо. А третью фазу кто диспелит? Ну, во тьме варенька, в свету. Хиро знает. Только работает, Олег, тебя, наверное, не слышно. Как никогда будет, блять. Так, сейчас я здесь. Не здесь, спокойно. Хиро сдаёт. Чек. Чек, заново. Проверить, кто АФКшит. Святослав. Кулаков на ларах нету. Потому что я забыл кулак бафнуть. И на ДК, пожалуйста, еще. Ты это, таблеточки там какие-нибудь попей. Все, вроде бафнул. Ваня, готов? Ротрамблер начинает... О, нет, стереотип иди начинать. Сейчас, погоди, рыбу пожру. Только не стой. Стереотип,
листалк. Ай вот. Кровавую ярость прожимай. Пускай. Когда? Че, все, запускаю, да? На, запускай. Веселочка, я не во тьме. Ты во тьме. Ладно, сойдет. Станьте в квадрате. Никон, метку назад. Тянуть бы босса в центр, но уже поздно. На танке метеор, поворачивай на рейд. Встали в квадрат, отбежали от метеора подальше. Идем в лужу. Идем дальше. Фибрилляция назад, с нее надо сдиспелить. Сейчас бы еще один метеор на танк, тогда босс выровняется. Лет фрейма, босса сейчас метеор добежали. Интересно. Сейчас будем... начнется вторая фаза. Отбегаем от лужи. Будем заходить с квадрата в портал. Потому что босс сместился. Иссушение по-большому. Иссушение по-большому. Быстрее, кресты. Че, мне с этого же... с этого же места заходить, да? Где сейчас стою? Жди, пока лужи пропадут. Падаем. Ты плохо спулил босса, он встал на край, потом кинулась метка. Ты повернул босса, и было мало места, чтобы этот мелкий трэш танчить. И... Брат Рамблер, ты что, юзаешь хилки, чтобы на тебя трэш пошел мелкий? Да нет. А чё он идет на тебя? Я кровотвод до большого кинул на себя, и все, больше ничего не юзал. А почему трэш пошел на тебя? Потому что трэш не идет только от незыблемости льда, от всех остальных идет, потому что кровоотвод вешает на тебя бал. Он же не хилит. Не хилит, но он типа вешает какую-то парашу. Ну да, походу ты сагрил трэш. Руна появляется над тобой, типа, из-за этого может быть. Захват рун еще есть, походу от захвата. Кушайте рыбу, вайпнулись из-за танков, короче, идем дальше. Ну да, я спулил, блядь, неправильно. Сейчас нормально. Сейчас опять трэш так пойдет, будет ГП. Ну, понятное дело. Сейчас 30 секунд макрос сделаю. Присед листак лишь чине. Конечно. Славик, говори, когда кидать. Блин, зачем ты ревогаешься? Ладно, не буду, давай. Правильное решение. Ваня, готов? Все, пулим. Да, пуляй. А вот это было нормально. Нормальный пул. Беги, малышка, беги! Это шлет фрейма босса. Бежали метеор. Далеко бежим. Смотрим, как лужа разливается. Это ты что ли кидал? Случайно. Альф еще. Неправильные вынос метки. Ну там, блин, я частицы не вижу. Это должна лужа пропасть. Ваня, метка. Шли от фрейма. Ого, опасно. Далеко брать. Частицы на Ротамблер, вроде частицы на нем нету.
шли от мужа подраться с тем веем босса. Накрыли его на семетку. Заходи сразу. Ждем рейд, пока зайдет танк. Все, заходим. Али квадратик. Али звездочка. Аркон листал киннер гейду. Станьте от меня звездочку, а то вас лезвием избивает. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, где там лезвие. Да, встали в звездочку. Кажется, танк должен повернуть чуть-чуть босса на рейд. Или мне кажется. Нормально, нормально. Заходите, четвертой пати. Сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Разве Инор? Есть Инор уже. Нет. Так, процентаж 52. Возможно. Или нет? Насок 54. Азарат, тебе не надо ману, у тебя 40%. И не давай тотем маны только по команде. Поселочка, выноси метку. Не в портал. Так, рейд, выходим в свет. Первая пати стесывать. Встали. Квадратиков в свету. Фибрилляция, давай рост. Славик откатилась. Тотем, не забудь да. Обновить. Вот метка. Удаляться метка. Диспейли. Бежали метеор, гейт, во тьме рост, гейт, во тьме рост. Смотрим, как разливается лужа в свету. РДД, все играем большого голема. Зарак, выноси метку, я с диспейлю. Назад, куда ты пятишься, блин? Так, играем в свету по трэшу только. РД большого голема. Ставь тотем на ману, альте, давай гим на ману. Вот метка. Стали в квадратик. Уже не стоим в квадратике. Вот так надо метку выносить. Только чуть поближе было. Побежали. Побежали метеор. Смотрим, как лужа разливается, святой не бить Халиона. И давайте в трэш играем. Лужа в рейде. Веселочка, выноси метку. РД большого голема, миленький, мелкий трэш. Диспейлю. Кортес бьет АУЕ уроном. Сейчас умрет. ГП. Аркон, подымай Кортеза. Прожал АУЕ обилку. Фибрилляция, выноси мелко эту метку. Ты встанешь? Нет. ТРС, блядь. Побежали, метеор на танк, и смещайтесь, рейд. Метки просто нет. Квадратик. Давай. Нет, ничего не давай. Джанси, Дима, Джанси, Джерем. Джерем. Джанси, метка, Джанси, метка. Играйте все в трэш. РДД большого голема сначала. Ретрамблер, я тебе капельку дал. Все в трэш играем. Альтея, назад метку, сама себя здесь пылишь. Стали в квадрате, надо трэш добить. Бели на переходке, дашь каплю на ретрамблера. Все, да. Я не знаю как. Вы упали? Да. Нет, смотрим урон. Че, падаем? Да, падаем. Там танк просто упал. Странно почему. Ну, убило, наверное, он упал.
Блин, если там бы он умер бы, метку не вынесли, потом лучше сдохнул. Можно было бы еще записывать косяки. Вот мне позаписываешь, блядь. У него просто было фулл хп, по идее. Там в секунду даже меньше. Так, ты... Ты хочешь сказать, что ты... А нет, не то. Урон по живому огню. Мне нужна цель. Чё это? Тортес хочет сказать, что он бил только на первой фазе. Живой огонь. Но он надамажил больше меня по огню, хотя я бью на третьей фазе. Короче, это будет косарь ГП в следующий раз. Мне будет все равно уже, если ты умираешь от трэша. Пилку, трэш на тебя согрелся. Че вы танки не захилили все то? Че там по отхилу есть? За полторы секунды два удара. Ну все, не повезло, значит. Он мог и раньше сдохнуть. На 9% хп было. Дайте кулак по ДК. Сейчас, да. Называется билка, которая агрит у Лока мелкий трэш. По-моему. Не, там еще какой-то дебаф вешается на Лока. А, который таунт? Ну, как-то Кортеса убила. На нем еще был дебаф от этой билки локовской. Жертвенный костер. Ну, вот это он его прожил. Жертвенный костер, да? Угу. Оно вешается, потом сам бьет. Типа лоб горит, ну, вот за рукав вешает. Ну, типа за это будет ГП. Возможно, он делал, когда уже трэш пришел рейда, не когда он идет только. Держи кулак, чек. Хан готов? Ладно, все готовы, начиная стереотип. Кто-то прожал красовый билл, да? Пять нет. Нет? Тогда ладно. Войт. Талик квадрат, это ж нет фрейма. Побежали мить его. Свалка, весь баф. Что, бафнуть? Умрите от трэш. Или метку. Маги морозы. Да, классно заморозили. Танк уже пришел. Босса играем все, не бейте трэш. Сова неправильно здесь дефат отдаешь. Индеспула его давать. После второго метеора больше ДПС будет и по боссу, и по трэшу. Бежали метеор. Лужа в рейде. Носок метка. Это, наверное, надо отвести трэш, он сильно растет. 8 стаков. А нет, все, не растет. Бейте босса.
заходи сразу. Сразу заходи. Ну вот, раньше танка. Зашел. Надо было аркон оставить. Маленько метка. Танк медленно заходит, ДД быстро заходит, умирает. Косяк ДД. Аркон, сколько КД на БР? А, не метка. Инры, гейт, заливаем. Заходите сюда, заходите. Во тьму четвертой пати, заходите. Аркон, у тебя есть БР? 3 минуты. Тогда листал, подымешь, Кортеса в центре лежит. Слятинка, метка, лезвие. Встает лоб, мы сразу его бафаем, интеллект, креста баф, лапу, протопал, каску, я крест бафы. Святенько. Последняя метка, а потом выходим в свет. Альтая метка. Демоны. Ловите. Бежали. Давайте выходим быстрее. Сколько КД там? Листал, поднимай Кортеза. Фибрилляция, рост. Баф по Кортезу. Каску по Кортезу, блин. Азарак, выноси метку. Ее надо назад за квадрат выносить, а не правее, левее. Второй раз уже говорю. Ровно назад? Да. Да, только сейчас узнал об этом. Извини. Давайте во тьме рост. АДД большого голема, бьем милики мелкий трэш. Аркона, как откатится к БР, поднимешь Льера. Трэш играемся. Алена, если это не бьем. Блин, выноси метку. Дальше, левее, мы же рядом стоим. Иди спель себе, блин. Думай головой хотя бы. Немного. Стали в квадрате, сейчас будет метеор. Побежали. Так. Алена, пока не бьем. Играем большого голема. Фибрилляция, выноси метку. Вот так. Бриллиация правильно выносит метку, видишь? Так. Альтея, гимноману, хазарак, ставь тотем, инеры хазараку заливаем по КД. Хазарак, выноси метку. Давай, ретрам, прилети каплю дам, пока шаман выносит. Я сейчас диспелю с тебя. Шамана и танка хилим. Блин, сейчас сакру дашь. Побежали, давай сакру. Смотрим лужи, текут в рейд, отбежали, Кортес метка. Альтея, давай гимна отхил. Кортеза хилим, мелкий трэш бьем, РДД большой трэш, большого глема. Алена, не бьем в свету, бейте пока трэш. Так, встали в квадратик, колено бьем, побежали. Смотрим лужи. Лужа течет в рейд. Накрыли на семетку. Блин, давай каплю на БДК. На БДК каплю. Альпич, гимн отхил давай. Все в трэш сыграли. Кортес СС на накрыли, кстати. Если забыло повесить. Трэш играем. Грей, выноси метку. Эрот Грей, метка.
Стали квадратик. Как будет метеор. Побежали. Дайте бафы Полиера. Эрл Грей, выноси метку опять. Метку. Понятно. Смотрите, трэш не напуливается. Трэш сыграли все. Так. Носок, выноси метку подальше от рейда, только ну, близко к стене стоим. Отлично. Обмануть Миману дайте. Стали в квадратик, последний трэш. Обманы ему хватит. Если есть сакра, кидай сакру и каплю на БДК. Так, ну стим, добиваем просто босса. Босса просто добиваем, тут два ляма осталось. Трэш можете не бить. МТ сама себя диспель. Хилы только не умрите. Подвеска. Милей подвеска. Первый трай. Второй. Тишине 10%. Паладины.